Всем привет, дорогие зрители! С вами канал недвижимости в Алании. Так, я нашел в Кыркыджаке новый проект, который уже будет сдан через 4 месяца. Состоит этот проект из двух блоков от качественного застройщика Алании. Здесь вот такой участок. Здесь будет детская игровая площадка, парк типа маленький. Также в Кыркыджаке здесь муниципалитет Алании установил теннисный корт, футбольную, мини-футбольную площадку, парк и игровая площадка для детей. В той стороне у нас маркет, также там есть маркет. Расстояние от моего места до моря максимум 1100 метров до воды Средиземного моря. С поворотами. Вот там дорога. Машина проехала. Здесь также асфальтированная дорога. И вот сам проект, который состоит из двух блоков. Цены на 1 плюс 1. Вот, если сможете увидеть. Цены на 1 плюс 1 начинаются от 66 тысяч евро в блоке А. А в блоке Б цены от 62 тысячи евро. Сейчас я открою здесь. От 62 тысячи евро. Квадратные метры тут начинается от 53 квадратных метра до 57 квадратных метров. Потом я цены вставлю в ролик, вы можете конкретно посмотреть. Вот. Будет крытый бассейн. Пройдусь по площадке, чтобы вы увидели. Тут у нас лестница, которая спускается вниз. Здесь, короче, садик очень красивый. Также просторная площадка тут у нас. Просторный бассейн с горочкой. Установят. Кажется, здесь... Да. И здесь будет у нас водопад, как бы. Infinity бассейн. У нас отсюда вход. Да я сам не поднимался в квартиру, так что я вместе с вами. Где-то проход. Болгарщик опять начал там. Иди со мной, и здесь. И... Валяйся. Тут у нас будет инфраструктура. Все 3D фотки, видео будет в ролике. Можете оттуда посмотреть. Угу. Вот здесь у нас такой крытый бассейн. Это 8 метров на 6 метров. 8 в длину, 6 в ширину. Сауна, хамам, все здесь есть, просто пока что не готово. К концу 30 января 2022 года проект будет сдан. Предоплата, начальная оплата 40% от стоимости квартиры в рассрочку до января на данный момент. Вход закрыт. Вход закрыт. И откуда пройти сюда? Пойдем отсюда. В блоке Б шумновато, так как там болгарщик работает. Просто показать планировку. Поднимемся на верхний этаж. Кого интересует любая квартира тут, могу сделать прямую трансляцию через WhatsApp, Viber, Telegram, кто желает. Допустим, вот эта квартира. Это как первый этаж. Вот такой здесь санузел. Вот такая спальня. Это вот гостиная, совмещенная с кухней. Вот такая тут планировка. Также, кого интересует планировка трехкомнатных квартир, также дуплексов. Здесь у них есть вот 1 плюс 1 от 66, 2 плюс 1 от 126 тысяч евро. 2 плюс 1 дуплекс тоже от 126 тысяч евро. 3 плюс 1 дуплекс и 4 плюс 1 дуплекс. Вот цены, которые на сегодняшний день. Это блок А. Также тут есть у нас блок Б. Вот цены на блок Б.
это дуплекс. Посмотрите внимательно. Так, это лист. Там шумно. Вот такие вот цены. Земин — это нулевой цокольный этаж. Так. Кондиционер, внешние блоки будут установлены тут, снаружи, не в квартире. Тут, кажется, будет у нас открытая терраса, курилка для этого. А, еще продолжение парка ихнего, нижней части, вот здесь, в этой стороне. Тут тоже будет садик, деревья. Еще одна двухкомнатная квартира, такая планировка, зеркальное отражение. И такой балкон вот на море, отсюда есть уже вид. Это как бы первый этаж. Поднимемся на верхний этаж проекта, посмотреть, какой оттуда вид. Один лифт в проекте. Такие виды. Там еще один этаж есть наверх. Достаточно. Вот это двухкомнатная квартира. Надо было. И вот такой вид. Квартира 1+1. Вот парк. Там крепкое здание. Что-то 2+1 не нашел я. Здесь тоже 1+1. Нет, вот 2+1. Так, дорогие зрители, здесь у нас санузел. Тут у нас хозяйская спальня, где-то 11-12 квадратных метров как минимум. Санузел хозяйской спальни. Дополнительная спальня. Вот такой вид с этой квартиры. Так как есть банановые кусты, возможно, когда-нибудь здесь что-то построят. Дорогие зрители, кого заинтересовал этот проект, обращайтесь по номеру, который указан в описании, я вам скину всю информацию. Сейчас я выложу все фотографии и также ролик на этот проект, как он будет выглядеть. Could somebody wake me up? I don't wanna be here and let the world pass me by. Yeah. I just see her face wherever I look, she's standing in the crowd. So let go, let go. I don't want to, but I'm gonna try. When she let
of waiting, getting too restless to be.